Так, мужики, ну, взвесил я свой генератор. Ну, вес какой. Ничего себе. Ну, правда, и бензин в баке есть. Ну, пускай 90 килограмм. Вот такая штукенция. Японский. Это розетки уже сам добавлял. Одной маловато. А вот такие вот сделал. Купил, прибабахал и нормалек. Короче, проблема какая с ним? Кто что может подскажет? Если просто ручку дергать, ну пальцы так сушит, вырывает заводилку, это капец. Вот надо его натянуть, пройти верхнюю мертвую точку, чтобы она, компрессия ушла чуть-чуть. А потом заводится вообще с полтычка. Если просто наобум дергать, не проходя мертвую точку, вырывает ручку просто капец. И сейчас аккумулятор еще поставлю где-то тут. Вот здесь она ставится, рамка. И ставится еще аккумулятор. И аккумулятору трудно заводить его. Вообще капец, как трудно заводить. Что может быть? Мужики, ну запер я его, короче, на верстак. Так более-менее удобно. Ну и как вы думаете, выпускной 0,95, впускной 0,45. Я думаю, нормально, да? Пальцы сушить не должно. В принципе, с такими зазорами. В пределах нормы. Так, мужики, ну вот и все. Поставил зазоры. 0,20, 0,15. И смотрите, что получается. Вот начинаю вращать. Вот он выпускной приоткрылся и закрылся. Вот он сработал, декомпрессор. Дальше пошел впуск. Выпуск. Вот, вращаю, вот он приоткрылся и закрылся. Вот такие дела. Я вообще хотел его разобрать и из него трактор сделать. Двигатель забрать. Здесь он сколько? 13 лошадей, по-моему. Да, 13 и сильный. Вот. Мужики меня отговорили. Он вообще не заводился. Но я его починил, а вот в клапана что-то не залез. Там я и работал пару раз всего. А это вчера ночью уже заводил, чтобы свет не моргал у людей. Ну, что-то вот... Вот знал, что что-то не то. Сейчас будет работать и с аккумулятора. Можно аккумулятор, он стоит, задействовать. И отлично будет. Все, мужики, установил рамку на место. Поставил дохленький аккумулятор. Вот, и все сейчас прекрасно работает. Попробуем еще ручку теперь. Как говорится, с полтычка. Вот, теперь можно работать и по ночам. Спокойно, не мешая там никому, людям не мешая, чтобы в домах свет не моргал. Вот, надо заканчивать уже вот этот проектик и заниматься другими вещами. Все, всем пока, с вами был Санек, еще увидимся, как-то так.